Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Skyrim Dragonborn. Мы находимся около сил Страйдера, ровно там, где я его оставил пару недель назад, когда играл последний раз. Что у нас осталось на этом острове? Мы убили Мирока. Осталось, в принципе, не так много. О, корень Нирна. А это кто? Нормальное начало. Но, как и обычно, в начале серии, я думаю, будет неплохо по нашей этой традиции огрести. Ну, посмотрим, как получится. Так, иди сюда. Я совершенно ничего не помню, честно говоря, поэтому будет весело, я думаю. Да блин, что ж ты. А, хочу вас поздравить, у нас же герой. Чуть не сожгло. Главный герой — древесина, выжженного спригана. Круто. Учитывая, что я не пользуюсь алхимией, очень полезно. Короче, вот я о чем. Я ничего не помню, поэтому мы сейчас будем вспоминать, куда нам и что идти. В принципе, у нас все задания выполнены. Слоустейн довольно сильно таки избеган вдоль и поперек. Ну вот с этой стороны, западной, в принципе, еще, я думаю, полно всего. Поэтому сейчас мы направимся примерно туда. Что у нас за задание, кстати говоря? Нелот попросил меня найти камень-сердечник для его исследований. Ух ты, прикольно. Управляющий по принуждению. Нелот попросил меня найти управителя Вер... А, вот, она же Верона Нелос. Последний раз, когда ее видели в Тельметрине, она отправлялась на Вороне Скалу. Вот, вот этим мы сейчас и займемся. По-хорошему, мне надо бы дождаться вечера, потому что как вампир я просто не в Минько сейчас. Мне нехорошо. И меня жарит солнце. Так, это у нас 10 утра. Давайте где-то вот так отдохнем. Потому что выносливость у меня что-то как-то не особо. Блин, я наоборот все сделал. Короче, я наоборот день поставил. Ну ладно, все, пофиг. Вспоминать, короче, придется довольно много. И я опять постоянно употребляю слово «короче». За время отпуска я так не избавился от этой пагубной привычки. Дормидон, где ломай? Так, сейчас он гребет. А мы пока вот этого вот стукнем. Иди сюда. Жуть какая. Ломай его! Посмотри, сколько их туда. Так, один ушел, второй ушел. А ты кто? Кто-то стреляет по нам еще, нет? Что-то начало серии, сумбур какой-то. Так, ну вот ты, допустим, Дормидон. А ты кто? И откуда ты пришел? Понятно. Свой, значит. А, вот мы и пришли туда, куда нужно. На удивление, все близко оказалось. Так, что-то меня стучат. Вроде и броня у меня неплохая, и скиллы неплохо прокачаны. Я просто забыл, как это делается. Понакидали, да? Так, вот и ты, прислуга. Тебя сажали пепельное отродье. Ключ управителя. Прикольно, слушайте, он, может быть, подойдет к этому, где там черная книга. Костюм какой-нибудь. Ну все, покойся с миром. Rest in pieces. Хорошо, поперли обратно в это дерево. Пока что самая интересная локация тут это дерево, потому что там все из дерева. Вот. Блин, я так соскучился по этому миру, что просто невозможно. Пока было время отпуска, играли в Ведьмака первого. И, возможно, на момент выхода оно было и прикольно, но сейчас просто плевались. Там все работает. Сколько лет вышло с момента выхода Ведьмака? 6, по-моему, или 7? Сколько вышло там гигабайты патчи, и она все равно работает через то самое место. Это капец. Особенно заставляет, когда он там танцует. Его бьют, он такой виляет попой и говорит, сейчас я ударю. Ой, после него играть в Skyrim все-таки. Это прям удовольствие. Так, Дош. Дормидон. Ну понятно, он опять завтыкал там на что-то. Так, хорошо, Тельметрин. У нас есть ключ управителя Тельметрина. И
Я хочу ту книгу, я чувствую, что ее можно как-то получить. Но, возможно, для этого нужно будет убить Неота. Этого я делать не хочу. При всей подлости моего персонажа, это все-таки не то маленько. Потому что он нам сильно помогал. Так, ну здравствуй, давно не виделись. Have you found Verona yet? I could really use some tea. Верона мертва. Dead? Well, that's annoying. How did she die? Похоже на нападение пепельных отродий. There are more and more of those things showing up around here lately. I suppose you'll have to find me a new steward. Try Raven Rock. They are in awe of me there. I'm sure almost anyone would be willing to serve me. С какого вообще перепуга я должен тебе что-то искать? Мне что с этого будет? So, gaining the favor of a Telvanni wizard isn't enough. I suppose I'll have to pay you. Heroes, they get greedier every century. Факт. А негодяи тем более. Кого конкретно мне следует искать? Excellent question. Once word gets out, there will be a lot of people to choose from. Someone with a brilliant mind and a robust physique that is blindly obedient. Ну, нормально, да. Oh, and they need to know how to brew tea. Wolves always waters it down. Так, нам еще нужно найти камень-сердечник, но это успеется. Хорошо. Спешу просто. Шнырять на побегушках у Данмира. Всю жизнь мечтал. Так, книга, ты не даешь мне покоя. Давайте-ка мы сохранимся и попробуем открыть с помощью этого ключа. Сомневаюсь, честно говоря. Да, мне подходит. Этого ключа, кстати говоря, нигде нет. Ох, эти звуки. Ладно, погнали в Raven Rock. Посмотрим, кто там согласится быть покорным слугой с хорошим телосложением. Неплохие запросы, да? Ой, это что-то с чем-то. В принципе, эта дорога у нас уже исхожена, но я думаю, пройдусь пешком просто, потому что я соскучился. Охота побегать. По-хорошему, надо бы где-нибудь переночевать и ночью пойти. Но я пойду днем. Потому что я вот такой. Так, а это у нас там стоит... Это у нас там какая-то крепость, по-моему. Где был мятежный генерал. Или что это такое вообще? Ну да, это оно. О, петлять довольно далеко. Но мы тут по берегу, кстати, практически не ходили. Так что, я думаю, что-нибудь интересное найдем заодно. Слышь, дай сил страйдера погонять. Жаль, что он не дает нам поездить на нем. Кстати говоря, говорили, что можно будет покататься на драконах. А это все тут втыкает, смотри. Надо будет попробовать. Но тут драконов, я что-то так чувствую, особо не будет. Как там назывался этот крик? Аспект дракона. А, это броню дает. Ну да. Прикольно, кстати, такая. Мне нравится. Мне чем-то напоминает она броню Сентинела из Mass Effect. Помните, там была такая голографическая? Блин, ну музыка из Morrowind, это, конечно, зачет. Очень сюда подходит. Что я пропустил? Тихо, не палимся. Сейчас трупы полутаем. Ого. Я делаю ставку вот на этого, который ближе к нам. Ледяной волшебник. А тот у нас не пойми кто. Так, а может она добрая? Хотя как я ненавижу волшебников. Так. Какой у нас лук-то вообще был? Ну давайте Ауриэлем. Ночью бы это все попроще, конечно, было. Так. Сохраним. Она, по-моему, заметила Дошу.
Нашим даже легче. Огненный волшебник. У-у-у. А, ну да, я забыл, как тут стрелы стоят. Не было сомнений. Да ладно. О! Ты что, гранатомет там что? Так. Спокойно. Дармидон, жги. Он, по-моему, сильнее меня бьет. Да, пока я тут вошкался, он уже там просто... Как подушка для иголок. Так, одеяние малого восстановления. Прикольно. Не возьмем. А у тебя что? Мясо. Огонь, как всегда, победил лед. Что бы это могло? Давайте попробуем съесть. Пробуй, конечно, жемчужину на вкус. Восстановление запаса сил. Интересно, работает ли это в реальной жизни? Так, хорошо, я вообще не понял, что это было. Кто они? Может, там какой-нибудь, я не знаю, вход. Ну, вроде по карте не видать. Какое-нибудь обиталище магов. Тут они проводили дуэль. Блин, вот эти твари, они, конечно, прикольные. Так, чтобы ножки не замочить, посмотрим отсюда. Кстати, где-то здесь на острове лежит броня этого пирата, я не помню, как его зовут. Я даже, наверное, заморачиваться не буду ее подбором, потому что она выглядит глупо. Я ненавижу всю любую броню, у которой есть рога. Так, с выносливостью беда. Нам, я думаю, хватит. Туда к крепости мы не пойдем, потому что там либо ассасины, либо еще какая погонь. Нам тем более не нужен, там уже ничего. Все, кто могли, там уже погибли. Кстати говоря, когда я вот так вот свечусь, как новогодняя елка, мне, наверное, в стелсе легко заметить. А это было тут, нет? Прикольно. И там ходит пепельное отродье. Сейчас Дош его размотает. А мы пока обойдем. Нам, по идее, убивать-то его не надо. Но хочется. Потому что здесь, скорее всего, покоится на дне что-нибудь хорошее. Все, ломай Дош. Дармидон? А, вот, Кулеваса, давай. Ну что ж ты не попал-то, ну? Хорошо, когда твой напарник сильнее тебя. Лунная руда, это, конечно, круто. И бонитовый тоже. Ничего не возьмем. Так, ну что? А здесь прибоя нет, заметили? Вообще странно, но почему-то у меня теперь не отображается полоска дыхания. Поэтому не поймешь, когда тебе станет плохо, можно и утонуть даже. Так, я чего-то не вижу. Или тут и правда ничего нет хорошего, кроме этих бочек двух. Господи, как все сложно-то. Они даже не открываются, оказывается. Так, ну ладно. Куда меня несет течением. Трупак лежит. Опять же, как-то бесполезно все это. Кости. Да, посмотрим. Да блин, что меня несет так? 9 золотых. Норм. Тихо, тихо. Где Дармидонт? Я надеюсь, он не утонул. Короче, здесь просто расколотая ладья. Она налетела вот на этот вот камень. Тут и осталось. Ну и черт с ней. Напарник. А вон бежит. Пятками сверкает. Фу, так. Ладно.
треть пути сделали. Не без приключений, причем совершенно тупых каких-то. Кто были эти маги? Там он уже по радарчику показывает, что у нас та самая ладья, на которой нашли похотливую аргарианскую деву. Ну, книжку в смысле, не саму деву. А здесь у нас какая-то лодочка. Ух ты. И что-то чую я какую-то замануху тут. Товарищ устал. Хродульф. Кто такой? Чё хотел? О, я совершенно забыл, как открывать замки. Как-то вот так. Это простой просто был. Безупречный бриллиант. Стоимость 1000. Ну, это мы возьмем. Сумка аптекаря. Древесина. Пустой камень душ не надо. Рубин не надо. Слиток нет. Вот это мы возьмем. Весит мало, стоит много. Тут его, похоже, убили. Он тебе товарищи, наверное. Не знаю, история об этом умалчивает. Хоть какую-то записочку бы или что-нибудь, дневник получить, чтобы понимать, что тут произошло вообще. Ну ладно. Да не дыши ты так тяжело. Я понимаю, что выносливости нет уже. Нам пойдет. Тот самый домик, где пепельное отродье водится. Вообще, сеттинг на острове просто замечательный. Такое ощущение просто всемирного большого песца. Неплохо так жахнуло, да? Жахнуло, потому что министерство... чего там уронили, которое висело в воздухе, помните? В Вивике, по-моему. Неплохой такой получился локальный Армагеддон. Аж до сих пор он дрожит. Сколько, 200 лет прошло уже? Так, ну и, собственно, пришли. Ой, ой. Ассасин опять Морктонг. Почти коллега, а какие манеры? Ну, давай. Заклятые враги при этом, конечно. Так, давай, Доша. Мне нехорошо. Давай сам. Не попал. Беда. Так, хорошо. Берем драконий костяной меч и бритву Мируноса. Сейчас посмотрим, у кого мечи острее. Походу у него. Бежим. 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 Доша, помогай. Ты смотри, какой упертый. Где напарник? Не надо. Короче говоря, начало серии, огребать. Наше святое право. Дармидон, ты того убил, нет? Короче, все. Придется самому драться. Так не хотелось. Так. Ну, придется. Да-да-да. Слышали, знаем. Тихо. Ай, больно. Так, а ты у меня пока полетаешь, я думаю. Сейчас я выпью зелье лечения и устрою тебе путешествие в далекие края. На, скотина, на. Чё это было вообще? Кровожадные какие. Зато стрелами разжились, да? Кто еще? Где ж ты был-то, елки-палки? Меня чуть не убили. Так, второй. Мы заметили вообще, они... Ну, это мы читали уже, что они хотят нашей крови. Заметили, что в основном девушки, эти ассасины. Прикольно. Они, кстати, все время тут тусуют. Я уже второй раз их тут встречаю.
Золото, броня, капюшон, конечно, странный такой. Напоминает этих хилгастов из Киллзоны. Еще взгляд красный. Собак. Все, добрались почти до драконьей скалы. В целом прошло нормально. Там мы были уже, там ничего нет. Там пожрали варваров, эти как пепельные мотыльки, или что ли, как, или прыгуны, или скакуны. Не помню. В общем, эти насекомые, которые в Моровинде вообще себе ничего не представляли. А тут поди ж ты, прям зырги какие-то, нападают скопом и жрут за милую душу. Так, и вот мы здесь. Блин, Рейвенрок, я соскучился. Найти нового управителя. Верона Нелос, управитель Нелота была найдена мной на дороге, бла-бла-бла. Теперь Нелот просит меня найти в Вороньей скале того, кто хочет стать его рабом. Ну, я думаю, в первую очередь нам нужно отправиться в таверну. Или тут, может быть... Это, я думаю, явно захочешь. You may have everyone fooled, but I see what you're doing here. The call of gold sends you scurrying like a rat. Пью. Вообще правда, да. Так и есть. Никто не отрицает. Так, ну, давайте пойдем, наверное, в местный трактир. Как он тут, блюющий, стошнивший меч. Хорошее название. Первым делом в городе нужно идти в таверну. Там все слухи, там все знают. Посмотрим. Так, вот допустим ты. Ты у нас, по-моему, хочешь быть напарником. Но нам такой не нужен. Тихо, слышите? Ой, да замолчу уже. Да господи, да что ж ты такой... I'm worth every coin. Продажная душа. Здесь где-то черная книга, я так понимаю, есть. Судя по звукам, нет? Что это было? Вот. Ну-ка. Надо поискать. We have all sorts of authentic dark elf food and drink here. Geldis spares no expense. Добрый день. Ты не хочешь быть новым правителем? You mean leave Ravenrock for good? To go work for a crazed Telvanni wizard? Sure. Just let me get me things. On second thought, never mind. I can get new stuff. Похоже, ты очень напряжен. Well, I've never been one to pass up an opportunity. Sorry to run, but I'm off to my new job. Ну, это было как-то слишком просто. Ох, как зовет, прям манит меня. Тихо молчи, я просто прохожу мимо. Мне начинаю опять тираду свою. Так, что у нас там по заданию? Вернуться к Нелоту. Это опять сколько пилять сейчас. Я думаю, воспользуемся быстрым перемещением. Где же ты тут? Княженце. Ой, так. I'll give you this warning only once. Stay out of my way, and we'll do just fine. Да ты успокойся, что ты привстал-то? I work for Mogrel. You got a problem, you talk to him. Да никаких проблем с вами, нищебродами. Так. Насколько я знаю, вот этот вот сморкающийся тип про книгу даже не слышал. Потому что мы с ним сколько уже разговаривали. Welcome to the Retching Netch Corner Club. Home of the finest Sue Jammer that will ever grace your lips. Что-нибудь слышно в последнее время? If you've got gold on your hands, you might talk to Rallus of a Colbjorn Barrow. I've heard he wants to excavate the place. Окей. Come back any time. My doors are always open. Так, ладно, ищем. Дож, не палимся, ладно?
Ну, черная книга, ее ни с чем не перепутаешь, поэтому я думаю, ее сразу заметим. Хотя, возможно, какой-нибудь секретный проход есть. Что-то на стене нужно нажать. Интересно. Возрожденные. В этой кибитке явно ничего не может быть. Хотя... Отойди. Все в нем хорошо, но тупой как пробка просто. Это не то, что как пробка, просто тупой. Зато сильный. Мухи. Это хороший знак. Так, тихонько. Это комната на сдачу, я так понимаю. Мишка косолапый. Чё-то как-то даже тревожно. Ну-ка. Что за мухи? И вроде никаких зацепок тут даже нет особых. Котик. Я сейчас проматерюсь. Уйди. Нух. Музыка тут играет, да? Но что же это тут такое? Странно. Больше же туда прохода никакого нет. Там стена глухая. Так, ну давай с этой стороны пошарим. Тихо, тихо. Просто проходим. О, подожди. Так, ну в бочках явно хранить они ничего не будут, кроме капусты. Так, ну что я могу сказать? Ох, прям зовет. Что-то тут нечисто, но что, я пока не пойму. В общем, вернемся, если что. В комментариях люди всяко напишут, если тут что-то есть. Блин. Но пока что как-то не особо очевидно. Может, в соседнем здании, который впритык стоит. Хотя не думаю. Ну, в общем, как-то так. Нашли мы ему работника. В следующей серии, наверное, пойдем похвастаемся. Сейчас маленько осмотримся. Так, канализейшн. Что тут под землей может так вонять? Но если только вот эти вот хранилища, как они, гробницы, а мы в нее проникнем сверху просто. Фу, так. Ну, знаете, давайте-ка мы, наверное, на этом прекратим на сегодня, а в следующей серии уже осмотрим еще раз гробницы, возможно, найдем что-то эдакое с этой книгой связано. Вернемся к Неолту, потом там кому-то нужно будет помочь с раскопками, так что дел, в принципе, еще тут хватает. Но пока что это все, честно скажу, вернуться в игру просто дико приятно. Надеюсь, понравилось и вам. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.